Всем привет! Вы на канале Желтых Бесхадочных Людей. Сегодня я буду играть в эту игру. Не помню, как называется, но я ее называю Рунда. Уже на секунду. Начинаем. Вот. Первое испытание у нас будет с этой головой. Ждем, тогда у нас уже все загрузится. Оп. Ой. Wi-Fi, подключайся. О, вот. Вот эта голова сейчас. Ба-ба. Дарума-санга! Вот эта голова. Ну, мы будем? Объясняю. Игра думаю. Нет, двигайся, когда он смотрит на класс. Поняли, люди? Ну, или тебя. Мы начнем. Погнали на что-то такое. Эй, не чиктыкнул. Вот кто. Эй, толкай. Я думал, что он меня уже заметил. Сейчас меня тут толкнет. О, говорил, толкнет. Возможно, что я нажму. Нет, походу череп меня обгоняет. Возможно, что я нажму. Да, видите, обгоняет. Ой, нажал. Ну, мне бейдж дали. Ой, мы умерли. Там девочка такая-то. О, шопинг. Соберите. Ладно, погнали. Мы еще пришим с черепами. Мы идем чисто. Ой. Я что-то помню. А, ну, апельсиновый сок. Вот как. А, там черепами. Ой. Этим мальчишкам мне понравилось подержать. Он упал. Ой. Тоже упал. Все, потом потеряешь. Фишки тыри. Что-то у нас водка попаряется. Угу. Водка называть ее. Тут люди бешеные бегают. Что они интересно делают? Ладно, мне нужно. О, то место. Ой, туда нельзя. Мясо. А, корзина заполнена. Заполнена, так тоже тут бежать. Надо бежать, бежать, бежать. Вот там череп. О, вот сюда вина. Да, положила. Побежим за мясом. Ай. Ну ничего, не так ничего не было. Ай. Хочу подать. Вот, череп мясо на костере. Тетя, store is closing soon. Ой, закроется скоро. Ха-ха, туалетка. Там туалетка. Туалетка, туалетка. Туалетка. Ой, я взяла туалетку. Ладно, что. Ай, вот он кот. Чё это за голова, блин, врезалась в меня? Он мой кот скользил. А, туалетка, туалетка моя, туалетка. Туалетку я вниз. Обязательно. Опять 4, надо вести. Нельзя. Здесь я не поиграю, у меня всё ещё 3 жизни. Опа. Угу. Стоп, стоп. А чё, я не поняла, так это играть. А что это у нас будет? Один кубочка? Да. О, банана. Я люблю честно моим телом, извините. Банан. Ой-ой-ой. Меня тут такие сделали топиком. Опа. Я на чуть-чуть подавала кирпичи. О, обезьяна икра. Сбивать его. А так, раз его фигу. Ну типа ее надо ракетами бить. Эй, Дима, что там? Ой, Дима, ты что так пухнешь? Ой, ничего не вижу. Бегу я лучше. Ой, она банана не кидается. Где банана, где не летит? Где ракета? О, там уже мальчик не стреляет, но не попал. Нет,
Там мальчика хавают. Ой. О. Давай, давай, давай. Ей. Все, обезьяна. Я бегу. Ой, у меня что-то покраснело надо, да, обезьяна пыталась. Лучше я не буду к ней подходить. Ой, ёхрный кот. Опа. Яна. Ой, ой. Ой. Она кушает мальчика. Наяшки. Бананы. Ненавижу бананы. Ракета, ракета, я бегу, ракета. Мальчик длинный. И ракета. Ай, что это было? Это что было, извините. Ай. Ай, там бананы бегают, бананы бегают. Интересно, они пропадут? Они там за мальчиком сидят. Честно, не дают бананы. Пошел за мальчиком. Я полечу в ракету, мне. Да-да. Ну, мне теперь на кассу можно покутить. Опа. Утонули. О, она встает. А знаете сейчас, что будет? Давай. Голова. Ненавижу. Она голову сейчас откутит себе. И она будет за нами. Вот, смотрите. Во, такой-то. Смотрите, большой и маленький. Она зачем вот это нам подходит? Можно? Девушка, потом это... Ура! А можно голову разобрать? Ну чё, 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 ну вот, она там взрывается. Отлично, банана обезьяна. Можно попрыгать на ней. И... О, монеточки заберу. Зачем монеты? Ответьте мне, пожалуйста. А, магазин, вижу. Ждем. Ну, мы победили обезьяну. Можно ли тут? Ну, не, похвастаться. Ага, мы тебя победили. Ты чудая. Ладно. Что-то побелел уже, ничего не видно. Опа, видео. Пиццерия. Питалина. Open day. Здравствуйте, сегодня на человек попала огромная обезьяна. Такое кушала. Банан. Что это не может быть? Это звучит как глупость. Я не успела прочитать, но я предположила, что он говорил. Ура, я обожаю. Почему я дуб? Где мой скин за Плакси? Ладно. Походу я обнулилась и стала нубиком. Опа. Ну, я знаю, вот такую. Двери, двери, двери! Ну, короче, вы, кто не знает, это типа надо тут выбирать дверь, такое показано на телевизоре. Если ты выполнишь тут такое показано, тогда значит ты покрала ёшкин кот. Я хотел зайти в дверь. Что вы так крутитесь, а? Ай, кто меня толкнул? Ай, это ты, мальчик. Меня вот бесит этот мальчик. Реально, это он, все, я его хочу убить. Так, о, его толкнули. Это, наверное, вот там. Ну, наверное, это здесь. Наверное, это, ну, наверное, здесь. Пустите меня. Ай! Чил, ну что ты кинаешься? Ну, вот извините его. О, этот хоть меня защищает, потому что вот этот персонаж... Это мой, он у меня друзьяв. Я научилась драться. Теперь я могу тоже его прыгать. Ёшкин кот, я это ненавижу. Это мне попа будет колеть. Нет, 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 я убегаю. Буду прыгать и убегать. И меня тут не достают. Меня сейчас попа, верно, подколит. Вау, сорвись. Эй, ты чё меня толкаешь? Это вина тут, да. Я его ты толкну, пока-пока. Эй! Меня этот черик толкнул теперь. Все, у меня с ним война. Я буду бить того другого. На. Ща, где тут у нас? Что у нас следующее? Вот такие глазки. Ёхан кот.
перевел на твои двери. Теперь навихай! Мне папа подгрел тебе. Ёшкин кот, куда я попала? Теперь вниз надо смотреть, а не наверх. Ой. А можно на страницу? Это типа тогда они... Нет. Не эти. А вот они. Почему я все время глазки эти выбираю, а эти пацаны бегут за мной? Ага. А нас тот не забежал. Отлично, но я нубик такой-то. А можно зелененьким? Спасибо. Я выбираю все правильно, но эти двое ко мне зарезают. Я вот бью его. Сам может решить. А, он раздавился. И что сейчас? Ура, мои любимые! Кому-то это не нравится, а мне нравится, потому что они такие смешные. Я не знаю, мне друзья говорили, они мешают выглядеть, но они ничего не мешают, они наоборот мне нравятся. Ой, ай, мне папа опять горит. Шарики, давайте-ка в дверь. О, вот это. Не жгуди, гуди. Я тебя выкину. Да хватит меня уже кидать, я вас не хочу. Вот это. Помните? Меня с первого раза закидает. Что я научилась? О, мои мячики. Ура! Гейминг стату! Не жалко, они такие милые. Вот он остался, он не улыбается больше, блин, обжалко. Давайте пойдем к нему в гости. Нет, я ненавижу сам. Я там все время влезаю в стенку. Ребята, можете не надеяться, что я побежу, поэтому... Давайте по счету это последний раунд, я тоже тот. А у меня две жизни. Кажется, я потеряю тут две жизни. Мне кажется, ну тут жизнь потеряю, а вторую я не потеряю, а просто не доеду. Ой. Не надо мне подарочки, мне надо просто поту. Там батут еще есть. Ай! Что это, блин, такое? Ай! Ну, видите, стенку я... Меня это бесит, я ничего не вижу! Ай! Стенку надо. Сейчас меня тот отпрыгнет, я знаю, блин. Ой! Да нет! Я стенку бесилась. А может... Я знаю, что мне делать. Ну ладно, в стенку хорошо повлезаться. Мне кисика показывает. Ну чё ты, блин, а, кисик. Я буду стоять, пока кисик не уйдет. Ура. Мне кисик это да не давал ехать. Ай! Берите уже. Чиги! Ай, так, ну, я ничего тут не вижу. Все, что это делает, всю игру. Что это не вот так вот? Да что, мне пойти нельзя? Что это не так вот, типа, стенку. Ай! Оп. Прикольно. Нет, туда я не иду. О! Стеночку колечко розовым мы становимся всю жизнь. Ай. Ну я в этом разу не могу ни разу вот так вот в стенку розовым пил. Полетело! Нет, там. Мне говорили друзья, что они до батута. Это до батута уже. До батута. Я поняла, этот котик у меня... Нет. Мишка... Ай. Ух, батут? Я на нем жизни не была тогда, это играла. Может, не доедала. Куда ты? Смотрите, что он делает. Я вверх важно лететь, а не вот так вот. Понятно, я не люблю. Батутик, это все за тебя. Вот я такая. Уии, Марио, пиу. Логично, что у меня не получилось. Видите, я такая лечу, он мне сразу пиу. Не долетел он, называется. Нет, я не успею. Это логично, что не успею. Ладно, мы можем поехать пока что просто вперед. Мяу-мяу. Ладно, пока. Гейм-мод стату. Пока-пока, я не выжила. Вы скоро возводитесь. Через 100 лет, да.
О, это мой друг. Ну, привет, он попрошел. Или нет? О, он броньку надел. А он против кого будет сражаться, интересно? А, он против никого, что ли? Я не могу полистать. Или мне только за него можно смотреть, а? Опа. О, вот он идет. Именно ему. А почему там никто не идет? Логично, что он должен быть красненький. Но он почему-то не идет. А, ну, можем посмотреть. 90% на победу, да? Что такого? Ой, ай, что-то я упала почти. Ах, понятно. Тут никого нет, кроме этого челика. Прикольная-то голова, это мимим. Пьяу. Смешно это. Тут реально кто-то еще есть? Смотрим. А у меня 0 хп, понятно, я не вижу, да. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня 10 монет, но одна жизнь осталась. У меня есть одна жизнь. Смотрите, где на старту? А он уже выиграл. А он с кем сажается, с пустотой? Все, возможно, вы не видели, но я видел, что ему дали бенч. Ну ладно, ты победил, проставляю, братан. Почему ты меня хотел выкинуть? Он психушки. Он психушки, бежит к выходу. Оказывается, это нам. Оказывается, кто выиграл, это типа он был в психушке? Теперь. Победитель. Победитель! Победитель Андрей Сюкевич, Андрей 10. Спасибо за игру. Пожалуйста, на связи была Желтая Вискадочная. Всем пока-пока.